Изумрудная скрижаль 8. Ключ к тайнам. Тебе, о человек, дал я знание свое. Тебе дал я часть света. Слушай же и прими мудрость мою, привнесенную с космических планов свыше. Неподобен человеку я, ибо свободным я стал от измерений и планов. В каждом воплощаюсь я в новом теле, в каждом изменяюсь я в форме своей. Знаю я теперь, что все, что имеет форму, бесформенно. Велика мудрость семерых, могущественны они, пришедшие из-за предела. Проявляются они через мощь свою, наполненные силой из-за пределов. Внимай же этим словам мудрость, внимай же им и сделай их своими собственными. Найди бесформенное в них. Тайна — это не скрытое знание. Знай, и тебе откроется. Найди глубоко погребенную мудрость и будь повелителем тьмы и света. Глубоки тайны вокруг тебя, спрятаны секреты старины. Ищи сквозь ключи мудрости моей, и наверняка найдешь ты путь. Врата к силе секретны, но тому, кто стремится, будет воздано. Воззри же на свет, о брат мой, откройся, и будет тебе воздано. Упорно иди сквозь долину темноты, преодолей обитателя ночи. Держи взор свой на плане света, и станешь ты един со светом. Человек находится в процессе изменения формы, которой не от мира сего. Растет он во времени в бесформенное для плана на высшем цикле. Знай же, что ты должен стать бесформенным перед тем, как слиться со светом. Слушай же, о человек, глас мой, говорящий тебе о путях света, показывающий пути достижения, когда ты должен стать един со светом. Ищи же тайны сердца земли, изучи закон, который существует, сохраняя звезды в равновесии, силы изначальной мглы. Ищи пламя жизни земли, окунись в блеск пламени этого. Следуй пути трех углов до тех пор, пока не станешь и ты пламенем. Говори словами без звука с теми, кто обитает внизу. Войди в храм, сверкающий голубым, и окунись в пламя всей жизни. Знай же, о человек, что ты сложен по сути своей, существо земли и пламени. Позволь пламени твоему светить ярко. Будь только пламенем, мудрость скрыта в темноте. Когда, воссияв пламенем души, найдешь ты мудрость и станешь светорожденным, солнцем света без формы. Ищи же все больше мудрости, найди ее в сердце пламени. Знай, что только стараниями свет вольется в разум твой. Сказал я мудро, внимай гласу моему. И подчинись, разорви покровы ночи, засияй светом на пути. Говорю я о древней Атлантиде,
Говорю я о днях царства теней. Говорю я о пришествии чад теней. Из великих глубин были вызваны они мудростью земных людей, вызваны с целью приобретения великой силы. В далеком прошлом, до существования Атлантиды, были люди, вступавшие в темноту, используя магию темную, вызывая сущности из великих глубин под нами. И ступили они в цикл сей. Бесформенны были они, пришедшие с иной вибрации, существуя невидимыми для чад людских. Только кровь могла сформировать бытие их, только через человека могли они жить в этом мире. По прошествии веков были они низвергнуты владыками в места, откуда пришли они. Но были и те, кто остался, скрываясь в пространствах и планах невидимых человеку. Жили они в Атлантиде в образе теней, но иногда появлялись они среди людей. Да, когда кровь приносилась в жертву, пришли они, чтобы обитать среди людей. В образе человека появились они среди нас, но только с виду они подобны людям. Змееголовыми предстали они, когда были рассеяны чары, но предстающие перед человеком в образе людей. Пробирались они в советы, принимая формы, подобные человеческим, убивая своим искусством повелителей королевств, принимая их образы и правя людьми. Только магия могла их обнаружить, и только звук мог сделать лица их видимыми. Стремились они из царства теней уничтожить человека и править вместо него. Но знай же, что владыки были могущественны в магии. Могли они приподнять покров с лица змея. Могли они отправить обратно его вместо его обитания. Обратились они к человеку и обучили его тайне, слову, что лишь человек произнести может. И вскоре приподняли они покров со змея, изгнав его из места обитания людей. Все же будь осторожен, змей все еще живет в месте, открывающемся временами миру. Невидимыми обитают они среди вас, в местах, где совершались обряды. И снова, по прошествии времени, примут они облик человеческий. Вызваны могут быть они владыкой, знающим суть белого или черного. Но только владыка белый сможет контролировать и сковать их, пока они воплоти. Не ищи же царства теней, ибо зло обязательно появится. Ибо только мастер ясности покорит тень страха. Знай же, о брат мой, что страх есть помеха великая. Владычествуй надо всем в свете, и тень вскоре исчезнет. Слушай же ты и внимай мудрости моей, глаз света чист. Не ищи же долины теней, и явится свет тебе. Внимай же, о человек, глубинам мудрости моей. Говорю я о знании, скрытом от людей. Далеко я был в своем путешествии сквозь пространство-время, даже в конце пространства цикла сего. И глядел я на гончих барьера, возлежащих в ожидании того, что кто-то приступит их. В том пространстве
где время не существует, слабо почувствовал я стражей циклов. Двигаются они только через углы, не свободны они от дугообразных измерений. Странны и ужасны гончие барьера. Преследуют они сознание до пределов пространства. Не думай скрыться от них, войдя в тело свое, ибо стремительно преследуют душу они через углы. Только круг даст защиту тебе, спасет от когтей обитателя углов. Однажды, во времена прошедшие, приблизился я к великому барьеру и увидел на берегах, где не существовало время, бесформенные образы гончих барьера. Скрываясь во мгле, за пределами времени обнаружил я их. И, учуяв меня вдалеке, поднялись они, оглашая великим ревом, который мог быть услышан от цикла к циклу, и двинулись сквозь пространство к душе моей. Ускользал я быстро от них, от невообразимого конца времени, но даже после этого преследовали они меня, двигаясь по странным углам, неизвестным человеку. И на серых берегах конца пространства времени обнаружил я гончих барьера, рыскавших в поисках души, стремящейся за предел. Ускользал я через круги, обратно к телу моему, стремительно и быстро преследовали они меня. Преследовали меня пожиратели сии, через углы, чтобы поглотить душу мою. Знай же ты, человек, что душа, посягнувшая на барьер, может быть удержана в узах гончими из-за пределов времени, удержана до тех пор, пока цикл будет завершен и оставлен позади, когда сознание уйдет. И вошел я в тело свое, создав окружность, не знающий углов, создав образ, который с моего образа был сформирован. Превратил я тело свое в круг и потерял преследователей в кругах времени. Но даже после сего, когда свободен я от тела своего, должен быть осторожным я и не передвигаться через углы, иначе душа моя никогда не будет свободной. Знай же, что гончие барьера двигаются только через углы, никогда через кривые пространства. Только передвижением через кривые можешь ты избежать их, ибо в углах будут преследовать они тебя. О человек! Внемли же моему предупреждению, не стремись открыть, взломав врата предела. Нескольким всего удалось пересечь барьер к более великому свету, сверкающему за пределом. Знай же, что всегда обитатели в поисках душ таких для содержания в рабстве своем. Слушай же, о человек, и внимай предупреждению моему. Следуй движением не по углам, а по кривым, и если, будучи свободным от тела своего, услышишь звук, подобный лаю и реву, звонкому и звучащему, подобно колоколу, через твою сущность, отступай к телу своему через круги, не проницая тумана, что лежит пред тобой, и вошедшему в форму, обитаемую тобой, используй скомбинированные крест и круг. Открой рот свой и используй свой голос. Произнеси слово, и станешь ты свободным. Только тот, кто имеет света наиполнейшую меру, надеяться может пройти стражей пути. И затем следует двигаться ему через странные кривые и углы, сформированные в направлениях, неизвестных человеку.
Слушай же, о человек, и внимай моему предупреждению, не пытайся пересечь стражей на пути. Следует тебе познавать свой собственный свет, готовя себя для пересечения пути. Свет — это твой предельный предел, о брат мой. Стремись и найди свет на пути.